В моей семье настал тот момент, когда роль главы семейства легла на мои плечи тяжелым грузом. Родители укатили в отпуск на целый месяц, так что следить за успеваемостью моих братьев, кроме меня, некому. Дневник давай! Двойка! Да это же уже третья за неделю! Что это такое? А ты зачетку давай! Ты что, с того года еще хвост не сдал? Да что это такое? Меня родители за вас убьют! Мы ничего не успеваем. Да-да, в школе-ка зададут чего-нибудь. А в институте тем более. И что мне с вами делать? А болтусы? Ну знаешь, мне очень нужен ноутбук. Я обещаю, все хваты закрою. А я хочу компьютер. Обещаю приносить как минимум 4. Ребят, вы что, меня совсем в долги хотите загнать? На что только не пойдешь ради благополучия своей семьи, ну и себя, конечно же. Одним словом, развели меня мои братишки. Ну ничего, я из этой ситуации выход найду. И пусть потом только попробуют мне двойки носить домой. Так, будем повышать рабочую активность школьника и студента. Начнем с младшего. Компьютер для школьника должен быть с хорошим ЖК-монитором диагональю 22 или 24 дюйма, чтобы нагрузка на глаза была минимальной. Производительность компьютера тоже играет немаловажную роль. Оптимальный вариант – это двухъядерный процессор на базе современных процессоров Intel Pentium Dual Core. В настоящее время вы можете выбрать компьютеры трех категорий. Это категория офис от 5000 до 300 рублей, предназначенная для выполнения офисных задач. Это компьютеры категории Home, предназначенные для всей семьи, от 13 100 рублей. И компьютеры Game от 15 500 рублей для тех людей, которые любят и хотят играть в компьютерные игры. Это дисковод, кнопка дисковода. Это вставка для наушников, включатель, перезагрузка. Я в твои годы, кроме Тетриса, ничего не видела. Выбираем ноутбук для студента. Какой он должен быть? Первое – небольшой стоимости. Второе – небольшого веса. Третье – не ниже средней производительности. И четвертое – самое главное – с максимально возможным временем автономной работы. Ведь розеток в аудитории на всех не хватит. Также для студента подойдет нетбук. Диск в него не вставишь, конечно, зато своим весом он тебя не обременит. Ну что, сестренка, все надо, да? Можешь и себе что-нибудь выбрать. В наше время мобильный телефон может совмещать в себе множество функций. Все зависит от твоих потребностей и, конечно, финансовых возможностей. Какой хороший телефончик. Вот мне бы как раз вот новый телефон. Ну так покупай. Вообще-то мне на все денег не хватит. Хотя ты, наверное, с первой стипендией мне его и купишь. А что, со школьника пока ничего не возьмешь. Пусть компьютер будет для него помощником в учебе. И как же меня родители похвалят за хорошие оценки моих братишек. Главное, чтоб не зря я в них вложилась. Ну все, ребята, я исполнила ваше желание. А теперь вы исполняйте мое. Ты закрываешь все свои хвосты, а ты исправляешь все двойки. И вообще, выкинь эту ветку уже. Чего там игруху принесли уже? Марина, дежурная по рубрике, все слышит.